Тысячу лекарств можно заменить физическими упражнениями, но нет такого лекарства, которое заменит занятие спортом, считает Николай Сницарук из поселка Москаленки. В спорт он пришел уже в зрелом возрасте. Все решил один случай. Гири и гантели быстро покорились силачу. Вот уже 10 лет подряд он абсолютный чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов. В коллекции мастера спорта международного класса 70 медалей высшей пробы. Это почти 4 килограмма золота. Когда года, не беда. Сильный мужчина с сибирским характером. Смотрите программу «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. Сегодня 20:30 на 12 канале.